обычно никак. В моем городе, как обычно, охрипли три кукушки. И здравствуй, дорогой мой зритель. Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, детство – это когда бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя никто не съел. Больной начал что-то подозревать, когда врач стал примерять его ботинки. Ночью полиция останавливает подвыпившую девушку. И куда это мы так спешим? На лекцию. И кто ж в такой час лекции-то читает? Муж. Люди, которые взрывают петарды под вашим окном, не виноваты. Будьте толерантнее петардастам. В моем городе со снегоуборочными работами, как обычно, лучше всего справился дождь. Кощей Бессмертный решил прогуляться по лесу. Охрипли три кукушки. Звонок в дверь нового русского открывает жена. На пороге стоит представитель известного торгового дома. Многоуважаемые сударыни, разрешите представить вам наш новый каталог самых последних поступлений. Ну, про которые ваша соседка вон сказала, что вы их позволить себе не можете. Не спешите выбрасывать, друзья мои, банановую кожуру. Порежьте ее острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите вон на газете и 2 часа держите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в темное место и оставьте там на 3-4 дня. Высохшие полоски сложите аккуратно вместе и проверните через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного мелкого порошка. В таком виде кожура не займет много места в вашем мусорном ведре. Когда мне надоедает отдыхать на берегу океана, я беру другой освежитель с ароматом альпийских лугов. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте тете Моте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!